И этот день открывает игрок номер один. Так, проник 5 секунд. Свен – это вратарь Бавария-Мюнхен. Свен Ульрайх. Вы Ульрайх не можете сказать, поэтому я взял Свен. Все. Про это закончили. Все. Вопросы потом. Не сейчас. А сейчас я хочу вам рассказать то, что я смотрел вчера вечером. Я смотрел вчера вечером по первому каналу «Давай поженимся». Давай поженимся, да. Давай поженимся. Я смотрел это давно, когда я был маленький. Вообще, когда я буду вести, у вас будет такой сюрприз. Еще какие-то сериалы, которые вам... Песни на русском, которые я включу. Давай поженимся. Там с Ларисой Гузеевой. Это Сваха. Как ее зовут? Я забыл. Роза. Какая-то, не помню. Роза и... Тамара новая, там ведущая, состав ведущий, это присоединилась. Очень интересно, я люблю, давай поженимся. Ну, значит, мне как-то секунд. Ник Вашин, но у меня спорт больше старый. Конечно, нет политики. Футболы, я не интересуюсь этим особо, но все равно, как бы, по футболу, может, кстати, лучше, чем по политике. Как бы, спор уменьшил футбол. Поэтому со Свеном, как бы, у меня, как бы, был сюрприз, что я убил двух новых игроков, как бы, в списке игроков, они, конечно, откуда взяли сразу два новых игрока, потому что не Нью, как бы, а вдруг сразу два Ника, ну, в списке, а ну, что-то такое, как бы. Я сразу же одну загадку уже рассказал, как бы, сейчас будем рассказывать вторую загадку, искать трех черных, пока тут для меня по эмоциям поговорил по красному игру, поэтому я со Свеном поиграю, Роза Сабенца. Передачи я не сотрю, вообще телевизор уже не сотрю давно, и считаю, как бы, это разлагает мозг, чтобы, во-первых, на телевидение, это, как бы, потому что он сейчас смотреть какой-то. 10 секунд. Я как раз в целом играю, в общем, игроком. Пока по нулю, дальше посмотрим. Сам раз, спасибо. Спасибо. Доброе утро, город. Задача у меня первый игрок, конечно. Джессика, красный игрок. Значит, первый игрок. Ну, то есть вот у вас есть такая-то, вот, если вы уже берете, вы берете или фамилию, или имя чьё-то. Вот это вот у вас есть, понятно. Окей, ну не знаю, мне... Мне было неплохо. Свен как-то, ну, не по-нашему. Ну, не важно. Я вас пока что ставлю за скобки. Кстати, не по первому, а по второму. Вот это конечно, было вообще. Давай поженимся. Это вот. Ребенок, который родился в Израиле, давай поженимся. Ну, не важно. Вот, я давно не смотрела. Второй мне понравился больше, чем первый. Мне как-то второй более такая ровная речь. Пока что я со вторым поиграю, довольно-таки спокойно. Первый за скобками, послушаю еще раз. Поэтому 2-3. Спасибо, пас. Спасибо, Максим. Доброе утро, город. Ты еще не знаешь, третий красный игрок. Давайте так. Мне тема игрока номер один вообще не зашла, а эмоционал хороший. Вот, эмоционал классный. Поэтому давайте так. По нулю поиграю, почему бы и нет. Вы не берете его, но и не играете против него. Да, поэтому... Я вполне сейчас беру 1, 2, 3, 4, паровоз, ну, пусть будет паровоз, не проблема. Вот. Тем более, что на четвертом номере вполне можно поиграть в паровозе. Вот. У меня акценты чуть-чуть иные. Вот. Для меня самая красная речь и по эмоциям, и по теме это 3, потом 1, потом 2. Вот я вот, вот у меня вот так пока. Но для меня я здесь пока черных не нашел. Дальше будем смотреть, думать, искать, кого брать, кого не брать. Всего, спасибо, пас. Четыре мне речь не понравилась, потому что мне 5 тоже не понравилось, очень
сказать, это не одна ваша речь, так что я слушал, вот это означает проверить. Да, я тоже очень любим. Все, спасибо вас. Ты убрал утро город. Первый игрок, вот мне просто ассоциативно вспомнилось, как вы нас разносили за то, что на Тубишват, на Тишабал мы в Рим собирались. А теперь вы Мюнхен, вратарь мюнхенской команды, немецкой, Мюнхен, где там такое солнце учится. Ну ладно, допустим, это не по злому умыслу. Речь у вас хорошая была, она мне понравилась. Я даже думал, если никто не поиграет до меня, я с вами поиграю. Мы с вами поиграли, поэтому я оставлю вас за скобками. Два очень хорошо поговорил, то есть очень красно. Больше всего мне понравился игрок номер три. По-моему, сейчас самая красная речь у игрока номер три. Потом два, четыре, играю осторожно. Пять, вы говорите, непонятная у него речь была. У него просто речи никакой не было. И я не знаю, стоит ли его проверять, даже если его проверить, что это нам. А вы с один играете, один играете, а два не играете. Один, два, три, а четыре не играют. Значит, нет, с вами по позиции. Два, три, четыре. Так, ну, доброе утро, город. С игроком номер один, наверное, поиграю. Речь была хорошая. И Ник тоже хороший. Вы, наверное, да, я так понимаю, вы не будете больше в Риме голосовать, да? Так, игрок номер два по позиции, наверное, сыграю. Речь тоже была нормальная. Игрок номер три пока что из-за позиции за скобкой, потому что не играю с игроком номер один. Игрок номер 4, что эмоционал мне не очень понравился, я с вами играть не буду пока что. Игрок номер 5, что вы немножко тихо разговариваете, я не понял. Я вашу позицию не понял, поэтому за скобками. Так, игрок номер 6. Что я не очень помню, что вы сказали. Значит, за скобками пока что. Игрок номер 7. С вами, наверное, позиции могу сыграть. И вещь тоже плохо. 2. Вы играете 2-3. 10 секунд. Значит, 1-2. Значит, я могу сам сыграть, да. Спасибо, Пас. Спасибо. Так, 1-2 вполне красная вещь, что я играю. 3, я с вами не согласен, то, что 2 краснее, чем 1. В целом, на мой взгляд, они одинаково красные. Пока что у меня за скобками. 4, мне немного непонятно, почему 2 крестили присоединение к команде с 3 паровозом, потому что она не играет... Точнее, ну да, она не играет с 1. Так что это немного странно. Пока что для меня вы более в зоне риска. 5-6 вообще никаких позиций. Ну, как, 6 играет 2-3. Согласен, но 2-3. 1-2-3. 1-2-3, понял. Да, может поиграть, тогда ладно. 5 не окрестил никаких позиций толком. 7 считает то, что... Как же понравилось H3. Тогда с вами пока что не играю. Доброе утро, город. Посмотрите, один так, одно как вы говорили. Двойка тоже вас пока нашла красная. Тоже одна. Тройка поиграю. Речь только не нравится. И поэтому мне нравится описание красная. Теперь дальше. Насчет четверки возникли вопросы у многих. Смотрите, игрок номер 4 может быть или ролевой картой, или четвертой. Поэтому легитимно, что проверку шестерка посылает четверку. Правильно? Посылает проверку. То есть у нас здесь уже рисуется какая-то тема. Я не знаю, стоит ли проверять пятерку за его плохую речь. Кто-то говорит нет, кто-то говорит да. Но если тогда, значит, проверка может 4, ну, раз 6 посылает, то 4, 5, вот так. И от этого, смотрите, 8 вроде бы поговорила, 8 поговорил хорошо, и 9 наполовину и хорошо. 3. Никто не был выставлен. Надеваем маски, садимся в полночного жителя, голова опущена. Отвечаем. Она будет.
Лучший ход у меня вообще в последнее время просто ни в кого не попадаю. Я не попадаю. Да. Да. Замечательно просто. Замечательно просто. То есть... Шесть... Что вы пройдите, проверите, точнее. Наверное. 10 секунд, фол, игрок на 4. 6, 8... И... Не хочется, но хочется, господин Циник, 6-8-2. И это время, 6-8-2 принято как лучший ход, мы прощаемся с игроком. Не отрывай это, 2. Да, браво. Я на этот круг я проиграю пока еще. По прошлому кругу проиграюсь. 3-4. 3, как бы, самая красота. Было 1-3, самая красота за столом, 1. Это было, как бы, достребили его. Играть невозможно, проиграюсь 3. 4, как бы, многие, кто поиграл, кто у него уехал, как бы, ну... Тут да, может быть, правильно. Сири сыграл очень правильно в своей позиции. Но может это правильно это будет красным, и в принципе, это правильно первым, как бы не играл. По мне, как бы, то, что с ним как бы не уехал, у него как бы так, это. Я с ним осторожно, очень осторожно как бы, поиграю, дальше будет 3. 3 играют точно, 3-2 ответит моя команда, и 4 очень осторожно. Там уже у меня 6 послала проверку в 4, я послал проверку в 5, потому что у меня было 5. Еще 10, как у меня в поле. Красным 10 совершенно красный проводит 10. Потому что 8-9 поиграли хорошо, 8 точно хорошо, 9 пол хорошо, я не знаю, я 8-9 позиции. А всем смотрю, что я всем тоже пока пытаю, наверное, более красный. Поэтому пока. Это время. Доброе утро, город. Ну, во-первых, по нулевому кругу мне 4 не понравилось, вы сказали, как мы 4. 4 принято. Это так для начала пока что. Послушали, будет защита в его сторону, но мне он очень понравился. Это раз. Потом, кто мне еще не понравился, мне не понравился игрок номер 9. Игрок номер 9. Вначале вы меня не взяли, потому что я поиграла с... не поиграла с 1. Потом игрок номер 6 вам говорит, что он поиграл 1, 2, 3. Вы берете игрока номер 6, то есть вам это вдруг не помешало. Была очень такая вот позиция, никакая. Игрок номер 10 – хорошая речь. Игрок номер 7 – хорошая речь. 8 вы должны послушать еще раз. Сейчас 2 говорит, что он берет 3-4 по нулевому. Мне не очень... Как-то вот... Мне не 4 по нулевому совсем не зашел. Вот этот вот паровоз, он был секунд. Последним вагоном этого паровоза. Мне он не понравился. Спасибо, Пас. Доброе утро, город. Значит, смотрите. Я не буду вас выставлять в ответ пока что. Давайте так. Почему я заподозрил с десяткой, почему я послал на него проверку? Десятка озвучила много всяких вариантов, но в конечном итоге я не услышал. А вот где команда, с которой я играю? Вот этого я не услышал на ее речи, поэтому я послал в нее проверку. Теперь так. Пока что давайте так. Я выставляю игрока номер 2. Я вижу почему. Дело в том, что по нулю, вы просили меня проверить. Вы посылали в меня проверить. Нет, 4 вы посылали. 4 вы посылали. Вы хорошо показывали 4 на проверку. 4 на проверку. Сейчас вы. Опа! С 4 играю. Странно это. Вот для меня это странно. Он посылал 5. Посылал 4 и 5. Может быть. Но я хорошо видел 4. Я отсюда видел хорошо 4. Я хорошо отсюда видел 4. Еще я вам показал 5, может быть. Я отсюда видел 4. Вы в прошлую ночь показали, что четвертый шериф. А, проверить все. Я краш. Это просто... Можете проверить, если что. Ты шериф? 10 секунд.
Спасибо, я красный лошадь. Спасибо, я понял, 6. Игрок номер 2. Я вас из-за этого сейчас не очень паранойя, но когда игрок один говорил, вы сделали такое движение, и мне это, походу, понравилось. Ну ладно. Рыба играть два. А, ладно. Мне тоже 4 ночи, 4 балла темного цвета, я думаю. Играю в 3, 2 скобках пока что, серый цвет, 4, не знаю, тоже видела, 5, и с вами, для меня даже более черный между 2, 4, 5, пока что не проиграюсь, и простите, что я это, 10, я не поняла, почему я говорю, потому что 6 и... Доброе утро, город. В общем, по нулю я поиграл 2-3, притом 3 у меня был самый красный, 2, потом 2, а 4 сказал, поиграл осторожно. Позиция у вас была хорошая, мне позиция ваша очень понравилась, а эмоционал не очень мне понравился. Один оставил я за скобкой. Вот, и то есть у вас был не очень хороший эмоционал, и даже если бы игрок номер 2 попросил бы 4 на проверку по эмоционалу, по нулю сочел бы. Мне что-то кажется, что вы сейчас просто забудете, что это просто урон для города. Хотя я тут слышал выставление игрока номер 4. Я пока не понимаю, какие основания, но подозреваю. Вот. И... Ну, а что? 10 секунд. В общем, я продолжаю играть. 2-3. Выставление игрока номер 9 мне подошло, потому что тоже он так смазал позиции. А 2 и 4 я не могу разобраться. Что тут происходит на самом деле? Так, игрок номер 4. Это 2 просил проверку в 5, а 6 просил проверку в 5. Так, 2 я, наверное, сейчас для меня более красный, из 2 и 4. Мисс тут разноцвета, 2 для меня более красный. 3 мне понравилось больше, чем в прошлом кругу, так что 3 тоже красная для меня. Игрок номер 4 мне не нравится сейчас, а 5, чтобы не дали какой-то такой нормальной позиции, многие заставили скобки. Потому что можно проверить 5, наверное, но играть с вами тоже я не буду. 7, наверное, в позиции я могу с вами сыграть, вы тоже играли 2-3. 9, я все не очень понял вашу речь в прошлый раз, я хочу ее послушать опять. И 10 тоже. Так, спасибо, Пас. Так, вообще некоторые могли заметить, что я на прошлом кругу также сказал, что как бы проверьте, пожалуйста, 4. Так что 4 не голосуется. Это пол. Второй. Так что я бы хотел просто поиграть с 6, потому что она тоже послала проверку. Я ее не заметил, но оказалось, что она реально. Но 4 не голосуется, так что пока. Кого-то выставить надо. Просто 4 тогда. 7. Выставляю 7. 7 принято. Пока что для меня команда 2, 3, 6, 9. 10 хороший разбор был. Спасибо, Пас. Спасибо, 10. Набрал 2 города, выставляю Дракану 3. Я шериф этого города. Ну, я точно знаю, что ты красный, но ты просил проверить 4. Проверила 4. Второй город номер 3. Делаем спокойно. Два шерифа. Два шерифа проверили. Все. Молодцы. Я теперь красный всем версиям. А, вы четверку проверили? А. Так. Два шерифа стоят на выставлении нехорошо. Кто еще? Кого? Семерку выставили? Выставляю игрока номер... Давайте, наверное, 2. 5 не проверены. Выставляю игрока номер 2. Знаете как? Почему? Вот вы, допустим, своего черного выставили, а он даже... А, он выставленный 2, тогда мне не надо. Выставили 2. 10 секунд. Выставляю игрока номер 9. Выставляю игрока номер 9. Или что, я уже... Да блин, с вашими правилами. А что, там же было? И это 3, 5. На голосование выставлены игроки. 4, 2, 7, 3. Голосуем в порядке 4, 2, 7, 3. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 4? Спасибо, принято. 3 голоса.
Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Спасибо, принято. 3 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Спасибо, принято. 2 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 3? Все, 0 голосов. У нас переголосование между игроками 2-7. А кто? 4 голоса. 4 голоса. 4 голоса. 4 голоса. По 3 голоса получили. Нет, 4 голоса. 3 голоса было. 3 голоса. По 3 голоса было. У меня вот второй судья. Да. 3 голоса. Между кем? 7, 8, 8. Между 4. 4 первых, да. Вот Джессика, Ягуар и Эзана. И Форд поставили. Нет, я не видел. Нет, не видел. 3 голоса я видел. Я Ягуар и Форд 100%, я тут не видел. Сюда не видел. Я видел тоже Ягуар. Не Форд, а ты. Так, ладно, все, не говорим по игре. 4, подождите, у меня сбили. 4 и кто тогда? 4. Я вытер уже. 4, 2. 4, 2, 3, 3 было, я тоже слышала 3. У нас переголосовано. У нас по 30 секунд у игроков 4 и 2, игрок номер 4. Ваши 30. Теперь я озвучил почему. Я хорошо увидел 4. То есть, может быть, потом показывают куда-то туда 5. Я сбоку не видел, но я хорошо видел 4 на проверку. Именно поэтому я вас и выставил. Вы не проверенный игрок для меня, но подозрительный. Поэтому я вас поставил. Теперь что? Я проверил 10. Я сказал, что проверяю 10. И проверяю, и пошел проверять 10. Я объясню, почему. 10 крафтов. Теперь. Сейчас уходит только 2. Шерифы посидят, дадут информацию. Кейн, у нас у обоих черные есть. Ну, тут меня выбрали, что я для меня шериф больше 3, в принципе. Я тут хочу 4, конечно. Для меня шериф больше 3, потому что 3 играл весь стол. 4, когда многие проносят, 4, когда пока речка, 4, когда быстро. Скрылся, когда ему уже, как бы, на него, когда ему когда шагу голосования, как бы. В принципе, для меня чат, который будет подозрительно. Потому что я пошел выставить кого-то, кого 5-9, которые тоже будут какие речи. Я буду уже показывать всего стола. У нас переголосование между игроками 4-2. Голосуем в порядке 4-2. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 4? Спасибо, принято. 3 голоса. 3 голоса. Накинута рука. 3 голоса. 3 голоса. Накинута рука. 3 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Оставшиеся голоса игрок номер 2. Ваша крайняя. В принципе, правильно сыграли. Лучше право на ошибку, чем сыграть в ту версию, как бы. Сейчас, как бы, сейчас у вас есть как бы черный, который ушел по версии четвертого шрифта, сейчас тройка. Потом тройка должна проверить, как я считаю, десятку тоже. Если находится черный, десятка будет слабый, как бы, черный, как бы. Ну, в принципе, тройка хороший шрифт, считаю, например. Сейчас как бы. Вообще помните, что по четверке сейчас 2 черных за столом. Тройка 3 черных за столом. Вот этот шланг должен помнить. Значит, для меня шрифт больше 3. Понятное дело. Спасибо. Вот наступает ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя, голова опущена в плечах. Шериф этого города, мои проверки 10, красная, 8, черный. 8 голосов в меня, именно по этому поводу я пошел проверять его. 8, черный. Теперь у вас сейчас 2 мафии за столом, у меня сейчас 3 мафии за столом, потому что я сказал, что 2 непроверенные. Я его выставил как подозрительного, я проверял 10 первую ночь. Я его выставлял как подозрительного, не как черного. Поэтому сейчас уходит 8, и только 8. Удачи, город. Спасибо, пас. Спасибо, прощаемся с игроком. Это не открывает игрок номер 3.
выставляли К номер 10. Я шериф этого города проверила в первую ночь 4, потому что тут половина стола просила проверку в 4. 4 нашелся черный. Поэтому сказала, сразу же его выставила. И сказала, что послушаю защиту, потому что надеялась, что не он откроется против меня, чтобы найти второго мапа. Кого я видела 100% красную? Я видела 6 красную, я видела 8 красный, 10 тоже вроде бы просила проверку в 4. Но сейчас действительно я послушала ценника, который 100% для меня ушел красный, который попросил проверку в 10. 10 сейчас разноцветная проверка. Окей, 10 у меня черная, у этого красная. Многие у них, когда два шерифа кого-то вдруг убирают ночью. Тут сейчас это слились. То есть у нас сейчас нету критики или поход. У меня нету проблем. У меня нет проблем. У меня нету критики. У вас, вы хотите 8 красных. Для меня 100%. Для меня он 100% красный, он голосовал вместе со мной. 5 тоже для меня голосовал вместе со мной. Окей? То есть он тоже для меня красный. У меня остается, я думаю, 9-10. Я так думаю, 9-10. То есть я, если вы меня сейчас ставите... Никто не будет. Шериф настоящий. Мафия, если ты был мафия, тогда он бы не стал убивать четверку. Так. Если бы, четверку убился, так, наверное, что я бы запутать кого-то, но из-за этого для меня 3, это не точно. Я сейчас послушаю 10. Проверься там потом. Я жду. Почему надо 8 красных? Четыре сказали, что 8 черная. Это не значит ничего, потому что... 10 секунд. 8 секунд. Между 7 там, сами уже решили. Я сейчас послушаю 10. Привет, добрый. Доброе утро, город. Но я тоже больше склонен считать, что 3 шериф. Я находил его самый красный и по нулю. Но у меня дело в том, что у меня дилемма, потому что если по версии второго шерифа 3 мафии за столом, сейчас может очень печально закончиться. По вашей версии 2, вы выставили 10, легитимно. А я бы выставил противовес какого-то другого. По вашей версии он не выставил, он сказал 8. Выставляю игрока номер 8. На всякий случай, я сейчас еще подумаю, послушаю двух вторых игроков, я определюсь. Но мне боязно, что сейчас может наступить 3-3. Я сейчас послушаю остальных игроков, что произойдет. Я склонен считать, что вы более шериф, но мне страшно, что сейчас мы в одну версию сыграем. Сейчас вынесем игрока номер 10. И здравствуй, опа, новый ход. Они были... Выставляю К номер 10. Во-вторых, проверки К номер 4, они нелогичны. Во-первых, 10. Никто не просил проверку в 10 первую ночь. Во-вторых, он сказал, что проверил меня, потому что я не голосовал вместе с ним. 5 и 2 тоже вместе с ним не голосовали. И я не понимаю, почему он не проверил номер 5. Это во-первых. 3 6. 6 играет с настоящим шерифом. И 3 называет 6 красным. Так что сыграли 6. 7. Я понимаю, что вы говорите, что как бы по версии К номер 4 сейчас 3 мага за столом. Так что вы можете, в принципе, меня выгнать сейчас. Но я понимаю, что я красный. Так. К номер 5, возможно, стоит проверить эту ночь. 9-10 я хочу послушать. Все, пас. Второй К номер 8. На мой взгляд, это и для меня из-за того, что ты окрасняет 8, ты, кажется, менее шерифским игроком. Объясню почему. 8 голосовал в шерифа, когда у нас был катастрофа между обычным игроком и шерифом. Логичнее всего было голосовать в игрока, и, на мой взгляд, окраснять игрока, который голосовал в
в одного из шерифов, это не красный ход. И то, что ты окрасняет его, это, скажем так, очерняет ее. Так что я пока что хотел бы поиграть по версии 4. Спасибо, пас. Посмотрите, хотя бы одна нормальная речь, то, что я сейчас услышала, то, что Мирабель недавно писала. У нас была версия игрока номер 4, версия игрока номер 3. У игрока номер 3 она называет 2 непроверенных точно каким-то, 8 непроверенных точно каким-то. Как можно так? Я к вам обращаюсь, и к вам я обращаюсь. Я поняла, что игрок что-то понял, понимаете? Я не знаю, на каком уровне можно к вам, господин Форд, обращаться. Вы подумайте, вы играете в одну версию, у вас красные игроки ушли со стола. Выставляю игрока номер 3. Игрок номер 3 меня не выставил. Игрок номер 3 не выставил свою черную проверку. Куда выставил? Нет. Она попросила, она просила у пятерки выставлять, она просила у шестерки. Шестерка, вы же меня выставили. Она не выставила меня вообще. Послушайте, давайте так, давайте спокойно. Между 3 и 4 один черный. Между 3 и 4 у вас точно один черный. Если мы голосуем 3, значит, у нас точно уходит черный. А... И это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 10-8-3. Голосуем в порядке 10-8-3. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Спасибо, принято 3 голоса. Покинутая рука. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 8? Спасибо, принято 2 голоса. Поставьте руки, кто не проголосовал. 2 голоса уходит игроку номер 3. Игрок номер 10. Вас большинство. Ваша крайняя. Госпожа Рапунцель, как вы играете по одной версии? Я вообще не понимаю. Как вы играете по... Я говорила, что вы черная. Хорошо, поставьте. Как вы играете по одной версии? Как можно играть по одной версии? Вы выводите, у вас ушел шериф тот. Нужно вводить второго шерифа, но это же критика. Спасибо, мы прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Интересно. 8 для меня красный игрок. 8 для меня красный игрок. Теперь, значит, 6 для меня тоже красный игрок. Значит, у меня между 7 и 5. 5 у меня покраснее, значит, чем 7. Получается. 9 проверенный красный. Что еще раз? 7 выставил 8. Окей, да, может быть, что 7, значит, по этого. 7, значит, почернее. Я бы сейчас 7, окей, то есть 9 100% красный, главное не забудьте, это окей, и это вот. Теперь 9, я настоящий шериф, сейчас меня убили, да, для того, чтобы тут не было уже больше проверок, поэтому, потому что понимали, что проверка пойдет в вас, и проверка будет слита, то есть сейчас у вас, вот, ну, у вас для меня, опять же, у меня 8 100% красный, я думаю, что и 6 тоже, то есть и 5, ну, я думаю, что 7 тут остался у вас черный. Спасибо, я очень надеюсь, что вы победите. Восемь точно красный. Для вас сейчас тут более красный. Сейчас тут более черный пять, да?
сейчас тут более черный 5, да? Тогда пили 5, да? Нет? Нет, ладно. Ладно, для меня пока что более черный 7. Доброе утро, город. В общем, слушайте сюда внимательно. Во-первых, 8 непроверенных крас. Девятка я играл и голосовал вместе с девяткой. И шерифом номер 3 считал его настоящим шерифом. И если 3 был шериф, который ушел и сказал, не знаю, может, между 5 и 7, 9 проверенный красный, 8 покраснее, 6 я считаю красный, и может быть между 5 и 7. И вы так просто идете на поводу, 5 распорядился, все игроки голосуют всем, 6 уже точно на правах самого красного определило, 8 точно красного, а 7 точно черного. Хотите меня голосовать? Пожалуйста, я, если 5 и 7 самые подозрительные, 5 выставил 7, 7 выставил 5. Потом насчет 8 я не уверен, и я не хочу играть версию одного шерифа. Я не хочу, чтобы сейчас все печально. По версии того шерифа 3, остался один черный за столом. А по версии 4 еще 2, что подумайте, чем это может закончиться. Выставляю экран номер 7, во-первых. Игрок номер 4 не шериф, потому что если бы он был шериф, то было бы 3 в 3. Прошлой ночью, да, да. Для него 10 был красным. 3. Ладно, не важно, потом. Значит, для меня 3 шериф. 9, значит, красный, я красный. Для нее, кстати, я красный, потому что 4. Если она шериф, то 4 это не настоящий шериф, он за меня черный, поэтому для нее я красный, вот почему. Вот я объясняю. Для меня все значит 6 красный, а что? Ну 6 по из-за шерифа. И все, наверное, старше черные, так что спасибо вас. Спасибо. Игрок номер 8. Назовите всех, кто был черным для игрока номер 4. Смотрите, поскольку ты знал меня как красную поверку, то я более склонен доверять ей. Вообще будет интересно, если действительно это будет просто подмаза, надо будет проанализировать. Но если опираться на то, что она настоящий шериф, то я играю с 8. Потому что 8 как бы он в четверке. Самый черный тут игрок это номер 5, поэтому вставляю как номер 5. 7 голосовал в 8 со мной, так что поменял на красный 6. Посмотрим. Следующий вы будет. Спасибо, пас. Спасибо. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 7, 5. Голосуем в порядке. 7, 5. Кто за то, чтобы стол покинул игрок? 7. Спасибо, принято. 3 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул? 5, 2 голоса. 7, ваша крайняя. Ну что ж, ну я надеюсь, что сейчас не будет, но 2-2, наверное, не будет. А еще один черный. Либо это 5-8, либо это просто игрок номер. Остался. Единственный последний черный за стол. И как-то все, я понимаю ваши чувства и эмоции, но так просто идти на поводу за убедительностью. Опытные игроки очень хорошо умеют убеждать. И так они вас хорошо поставили на правильный путь игры в одну версию. Вы вообще просто поиграли и вообще не принимая во внимание, что есть еще другой сценарий. То, что игрок номер 4 по нулю, по эмоционалу плохо поговорил, располагая ролевой картой и, возможно, даже переживая, из-за этого выдавая свои чувства. Вот. То, что он зарубился со вторым красным игроком, из-за этого слить игру, как-то просто это было... непрофессионально. Мне обидно. Я надеюсь, что эта игра закончится. У нее будет хороший конец. Удачи красному городу. Спасибо. Я объявляю победу города. Матери были игроки. 4, 7, 10. Шериф, игрок номер 3.